Представляем функциональный корм Beauty Pro из Японии с морским коллагеном и глобигеном для устранения зубных камней и запаха из пасти для собак на основе японского цыпленка. Beauty Pro есть линейка кормов, которая помогает нам бороться с зубными отложениями и зубным налетом у собаки. Да, действительно, зубной камень полноценно почистить может только ветеринарный врач, именно стоматолог, ультразвуковым скалером под контролем дентального рентгена. Но мы можем заниматься профилактикой, это же наша главная задача в рационе питомца. В этой линейке кормов есть очень удобная упаковка 665 грамм. Отличная упаковка для того, чтобы взять ее с собой, либо познакомить питомца с данной линейкой корма. У нее также разделена упаковка на несколько пакетиков. 7 пакетиков по 95 грамм. Пакетиков, в принципе, хватит на пару дней. При этом остальной корм также сохраняет свою питательную ценность, не портится и там также не заводятся патогены. А вы знали, что японские домашние питомцы – долгожители? И встретить на улице кошку или собаку возрастом более 15 лет – это вообще не редкость. Давайте рассмотрим, что же такого едят японские животные, благодаря чему они могут прожить столько лет. В линейку продукта от Beauty Pro также добавлена гиалуроновая кислота и морской коллаген. Зачем они здесь? Гиалуроновая кислота дает нам отличное состояние кожи и шерсти, прочные слизистые оболочки. Гиалуроновая кислота в составе продукта от Beauty Pro дает нам красоту нежную. Это состояние слизистых оболочек полости рта, например, конъюнктивы и склеры глаз, отличная шерсть, здоровая кожа. Морской коллаген дает красоту внутреннюю или прочность связок, стоячие ушки для тех, кому это важно, и силу и выносливость, и здоровье. Достаточно часто у наших питомцев проявляются проблемы с зубами. Действительно, очень частая проблема, причем чем старше питомец, тем больше проблем с зубами. К чему это приводит? Сначала на зубе образуется налет. Мы, люди, его счищаем два раза в день, собаки мы не счищаем. Действительно, я когда говорю пациентам о том, что вы понимаете, чтобы ваши зубы были здоровы, нужно их чистить 5 раз в неделю, люди это прекрасно понимают, но не готовы 5 раз в неделю чистить зубы собаки, которая еще возмущается, пытается съесть эту зубную щетку. В стоматологической линейке Beauty Pro особое строение гранул, они похожи на зубные щетки, за счет этого достигается возможность, и за счет жесткости достаточной гранул достигается возможность механической очистки коронок ротовой полости от налета зубного. Отдельно хочу отметить, что в качестве источника жира в кормах линейки Beauty Pro содержится в основном рыбный жир, содержащий большое количество омега-3 жирных кислот. А все мы прекрасно знаем, как омеги благотворно сказываются на состояние сосудов, на эластичность кожи, на поддержание иммунной системы, на способность тканей восстанавливаться после оперативных вмешательств. Поэтому в составе, помимо замечательного, легко доступного, легко усвояемого белка, помимо коллагена, помимо важнейших пищевых добавок, помимо олигосахаридов, еще есть такие добавки, как L137. L137 – это лактобактерия, которая в первую очередь находится в слюне, и нужна она для того, чтобы убивать патогенные бактерии. То есть L137 питается патогенами, теми бактериями, которые убивают организм. А что такое зубной камень? Это бактерия, которая стала камнем, которая образовала налет, образовала биопленку, и там образовался камень. Нет бактерии, нет зубного камня. Все мы знаем очень много мифов про коллаген. Линейка Beauty Pro содержит огромное количество морского коллагена, что положительно влияет на здоровье и продолжительность жизни. Чем же отличается морской коллаген от другого животного? Морской коллаген – это единственный коллаген, который способен не разбираться организму полностью до аминокислот, а частично усваивается в неизменном виде, тем самым облегчая организму работу. Корм Beauty Pro добавлены олигосахариды. Это достаточно редкий источник углевода в других кормах. Это углевод, да, это практически сахар, только это длинная цепочка углевода, которая полностью не будет расщепляться. И уже продолжит после ротовой полости и желудка свой путь, как пищевые волокна. Он дойдет до желудочно-кишечного тракта, и там
L137, будет им питаться и очень радоваться ему. Также в корм Beauty Pro в линейке для зубов добавлено очень интересное вещество – глобиген ПГ. Это вещество, это японское открытие, в Японии проводились исследования, и это вещество выделено из куриных яиц. Это естественный иммуноглобулин, который мощно защищает еще нерожденных цыплят от воздействия окружающей среды. Это японское открытие, поэтому здесь мы в России нигде его не найдем, но при этом и глобиген ПГ, и L137, и оригинальная форма грану, они дают нам возможность добиться такого результата, чтобы мы, наши питомцы дольше содержали свою ротовую полость в чистоте, и там дольше не образовывалось зубного камня.